Доброе утро, мои подписчики и пчеловоды. Я начинающий пчеловод, всего 3 года занимаюсь пчелами. У меня изначально было 3 улья, а так случилось, что остался один большой. И вот на этот улей буквально 5 дней назад я заметила, что было нападение. Как мне показалось, на него напали воровки. Какие были сделаны мои действия? Я решила переставить этот улей в другое место. Перенесла я его буквально на 20 метров в сторону. Сделала я это в 10 часов вечера, когда моя пчела уже залетела, а чужих пчел не было. И вот что у меня на сегодняшний момент происходит на том месте, где стоял этот улей. Я на него, на это место, поставила другой улей. Вчера было холодно, сильно. Я не заметила никакого движения, а вот сегодня вот что у меня происходит с моим новым ульем. Может быть, что-то и будет, может быть, у нас придет другой рой. Будем надеяться.